Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметі өз жұмысын бастайды. Жаңа оқу жылының басталуына санаулы күндер ғана қалды. Осыған байланысты бүгінгі баспасөз конференциясы отандық білім беру платформаларының мүмкіндіктері туралы болады. Құрметті көрермендер, мұқият тыңдап, назарларыңыз бізде болсын. Добрый день. Мы начинаем прямое включение с площадки службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. Сегодняшняя пресс-конференция посвящена возможностям отечественных образовательных платформ. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, біздің эфирге байланысқа шыққандарыңызға рахмет. Ал енді бүгінгі спикерлермен таныс болыңыздар. Нұрсұлтан қаласының білім басқарма басшысы Қадырова Шолпан Марат қызы. Күнделік жауапкерлігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Ильясов Мұхтар Мақсотұлы. Сондай-ақ Daryn Online порталының негізін қалаушыларының бірі Оңалбаев Ержан Ұзақбайұлы және де Диадем ВК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жетекші дамытушысы Якунин Владилен Николаевич. Құрметті қонақтар, спикерлер, біздің алаңға қош келдіңіздер. Алдымен сөз кезегі Шолпан Марат қызы өзіңізге беріледі. Бекітілген 5-7 минут уақытыңыз бар. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, құрметті әріптестер, атанылар. Оқу жылының басталуына санаулы ғана күндер қалды. Соған байланысты сіздерге оқу жылына дайындық барысы туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. Мектепке дейінгі тәрбие және оқу туралы айтатын болсақ, бүгін біздің елордада әртүрлі типтегі 399 мектепке дейінгі ұйым жұмыс істейді. Барлық балабақшалар 17 тамыздан бастап кезекші топстар режимінде жұмысын қайта бастады. Бүгінгі күні қала бойынша балабақшаларға 8.000-нан астам балалар барып жүр. Бұл біздің тәрбиеленушілеріміздің 15%-ын құрайды. Мектепке дейінгі ұйымдарда кезекші топтар жұмыс жасау режимі бойынша балалар мен қызметкерлер, сондай-ақ ата-аналар үшін жұмыс алгоритмі құрастырылған. Мектептер желісіне келетін болсақ, бүгінгі таңда Нұрсұлтан қаласында 117 мектеп жұмыс істейді. Бұған қоса биылғы оқу жылына 3 жаңа мектеп ашылуы жоспарлануда, 2 жалпы орта білім беру мектебі және мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған арнайы мектеп. Нұрсұлтан қаласы бойынша оқу жылының басында мектеп оқушыларының саны 202 мыңнан асады деп болжап отырмыз. Бірінші сыныпқа 26 мыңнан астам оқушы қабылданады деп күтудеміз. Бүгін күні 23.164 өтініш берілді. Алдағы оқу жылы өздеріңіз білетіндей оқушыларға арналған қашықтан оқыту форматында басталады. Тек 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші сыныптар үшін ата-аналардың өтініші негізінде балалар саны 15-тен аспайтын кезекші сыныптар жұмыс істейтін болады. Сабақтың ұзақтығы 40 минуттан, әр сыныптың үзіліс уақыты әртүрлі болады. Бүгінгі күні бастауыш сыныптарда 82 мыңнан астам оқушы болса, оның 50%-ы кезекші сыныптарға өтініш білдіріп отыр. Бұл 3002 кезекші сыныпты құрайды. Оқу процесі Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің әдістемелік ұсынымдарына сәйкес жүргізіледі. Сабақтың уақыты 40 минут. Бірінші сыныпта сатылы режим. Әр сынып үшін әртүрлі уақыттағы үзілістер, маскаларды кию режимін қамтамасыз ету, оқу үстелдерін 1 метр қашықтан орналастыру, білім алушыларға жеке парта мен орындықты бекіту, білім алушылардың жеке оқу материалдарын пайдалану, әр сабақтан кейін кабинеттерді жеделдету қамтамасыз. Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мектептер қажетті жабдықтар мен дезинфекциялық құралдар қорымен қамтамасыз етілді. Мысалы, кіреберістегі дезинфекциялық тоннель, кілемшелер, тепловизорлар, санитайзерлар, ылғалды дезинфекциялық жинақтарды қамтамасыз етуге арналған құралдар. Қашықтан оқыту форматына келетін болсақ, барлық мектептерде Bilimland беру платформасын пайдалануға келісім шарт жасады. Сонымен қатар, елорданың 40 мектебінде Daryn Online платформалары қолданылады. Енді бағалау жүйесі өзіміздің дәстүрлі қолданып жүрген электронды күнделік журнал арқылы жүргізіледі. 30 тамыздан бастап, барлық оқушылар мен мұғалімдерге осы платформалар қолжетімді болады, логин, парольдары белгіленіп таратылды. Компьютердің қажеттілігіне мониторинг жүргіздік. Осы мақсатта 34.472 дана компьютерлік техника сатып алуға шарттар жасалды. Бірінші кезекте әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың балалары 100% қамтылады. 27 және атамасыз қамқорлықсыз қалған балалар және білім берудегі ерекше қажеттілігі бар балаларға міндетті түрде береміз. 20 тамыздан бастап елордалық мектептерде оқушыларына компьютерлік техника, ал 25-тен бастап роутерлер таратыла бастады. Бүгінгі таңда 9000-нан астам компьютер, 13300 роутер таратылды. Бұл жұмыстар жалғасады. Барлық педагогтар 100%, 24-28 тамыз аралығында Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеген қашықтықтан оқуды үйренеміз онлайн курсына қатысты. Жазғы кезеңде педагогтар педагогикалық шеберлік виртуалды зертханасында білім алды. Астаналық электрондық мектеп электрондық платформасы әзірленді. Онда қысқа мерзімді сабақ жоспарлары, бейне сабақтар, білім берудің цифрлық ресурстар және тағы басқа ресурстар орналастырылды. Жалпыға міндетті білім беру бағдарламасы бойынша ақпарат беріп кетейін. Өздеріңіз білесіздер, 18 тамызда әлеуметтік аз қамтылған отбасылардан шыққан оқушыларға материалдық көмек көрсетуге бағытталған жалпыға міндетті білім беру бағдарламасы басталды. Бүгінгі күнде 8730 балаға көмек берілді, 16 компания, 27 сауда нүктесі бойынша жұмыс істейді. Нұрсұлтан қаласы бойынша жалпы ағымдағы жылы киім-кешек және мектептік құралдарын сатып алуға бір балаға 40 000 теңге есебінен қаражат бөлініп отыр. Жалпы осы мерзімде 17 000 баланы қамтимыз деп жоспарлап отырмыз. Қордың жалпы сомасы 680 миллион теңге. Жыл соңына дейін Нұрсұлтан қаласында 13 нысанды пайдалануға берілу жоспарлануда. Оның ішінде 7 мектеп, 6 жапсаржай. 1-ші қыркүйекке дейін 3 жаңа мектеп және қолданыстағы мектептерге 2 қосымша ашу жоспарлануда. Қалған білім беру нысандарының құрылысы осы жылдың соңына дейін аяқталады. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые коллеги, уважаемые родители. До начала учебного года остались считанные дни, поэтому позвольте доложить о ходе подготовки к учебному году в городе Нур-Султан. Сегодня в столице функционирует 399 дошкольных организаций. 17 августа все наши дошкольные организации продолжили свою работу в режиме дежурных групп. Сегодня открыта 691 дежурная группа, которую посещает 8239 детей, то есть 15% от общего количества наших воспитанников. Все объекты действуют в соответствии с санитарными требованиями и работают согласно алгоритму работы дошкольных организаций, которые доведены для наших родителей и сотрудников. Работа дежурных групп находится на особом контроле управления образования. Что касается организации среднего образования, сегодня в городе функционирует 117 школ. Кроме этого, мы планируем открытие еще 3 новых школ, 2 общеобразовательных и 1 специальной школы для детей с ограниченными возможностями. К началу учебного года контингент учащихся ожидается в пределах 202 тысяч учеников, и в первые классы мы ожидаем прибытия более 26 тысяч учеников. Сегодня подано более 23 тысяч заявок. Как известно, предстоящий учебный год начнется в формате дистанционного обучения. Для учеников начальных классов, 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, на основании заявлений родителей будут действовать дежурные классы, в которых будут обучаться не более 15 человек. Сегодня в наших начальных классах обучается 82 тысячи учеников, из них 50% подали заявление на обучение дежурных групп. Мы планируем открыть 3002 дежурных класса. Учебный процесс будет организован согласно методическим рекомендациям Министерства образования и науки Республики Казахстан. Продолжительность уроков, как вы знаете, уже определена в пределах 40 минут. В первом классе будет ступенчатый режим. Будут организованы перемены в разное время для разных классов. Естественно, будет обеспечение режима ношения масок как педагогов, так и наших учеников. Расстановка учебных столов согласно требованиям. Закрепление за каждым учеником отдельной парты, отдельного стула, пользование обучающимися индивидуальными учебными материалами, ну и, конечно, проветривание классов и дезинфекции после уроков. Для безопасности наших детей в школах созданы необходимые условия. Школы обеспечены оборудованием и запасом дезинфицирующих средств. Так, каждая школа приобрела дезинфицирующие туннели, коврики, имеются санитайзеры и достаточный запас средств для обеспечения влажной и дезинфицирующей уборки. Что касается формата дистанционного обучения, школы города Нур-Султан заключили договор на использование образовательных платформ Bilimland и Daryn Online. И с 30 августа всем нашим ученикам и учителям будет открыт доступ на эти платформы. Все имеют логины и пароли. Понятно, что для нас очень важно, чтобы учителя и ученики были обеспечены компьютерной техникой и доступом к интернет-связи. Мы провели мониторинг потребностей компьютеров и в этих целях заключили договора на приобретение 34 472 единиц компьютерной техники. В первую очередь стопроцентно будут обеспечены дети и социально уязвимых слоев населения, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, и также дети с ограниченными возможностями. С 20 августа все наши столичные школы начали выдачу компьютерной техники. С 25 августа мы начали выдавать наши роутеры. Мы их приобретаем в количестве 22 600, исходя из заявок наших школ. И сегодня мы уже более 9 тысяч компьютеров передали нашим ученикам на временное хранение на период проведения дистанционного обучения. И более 13 300 роутеров уже находится у детей. Работа продолжается, и мы в скором времени завершим. В целях подготовки наших педагогов к дистанционному обучению все 100% педагогов школ прошли онлайн-курсы «Учить дистанционно», организованные Центром педагогического мастерства Автономной организации образования Назарбаев интеллектуальной школы. Кроме этого, Центром модернизации образования города Нур-Султан разработана электронная платформа «Столичная электронная школа», на котором мы разместили краткосрочные планы уроков, видеоуроков, занятий, образовательные цифровые ресурсы, разработанные педагогами столичных школ. И для педагогов всех уровней будет свободный доступ на эту платформу. Как вы знаете, 18 августа был дан старт программе «Всюобуч», направлены на оказание материальной помощи школьникам и социально уязвимых слоев населения. Сегодня такой помощью мы охватили 8730 детей. Сегодня работает 16 казахстанских компаний, определенных Национальной палатой Атамекен, 25 торговых точек. Процесс реализации этой программы мы прослеживаем в автоматизированной системе, которая позволяет видеть наименование всех торговых точек с наименованием товаров и цен. И данные функции также доступны нашим родителям. В этом году по городу Нур-Султан на приобретение обмундирования и школьных принадлежностей выделен расчет 40 тысяч тенге на одного ребенка, и в условиях сложившейся ситуации мы планируем охватить порядка 17 тысяч детей. И таким образом, общая сумма этого фонда составила 680 миллионов тенге. До конца года планируется ввод 13 объектов. 1 сентября планируется открыть 3 новые школы и 2 пристройки к действующим школам. Строительство оставшихся объектов образования будет завершено до конца текущего года. Образовательные услуги системы технического и профессионального образования. Также вот я хотела бы кратко остановиться. Мы также начинаем его в дистанционном формате с использованием дистанционных образовательных технологий. Также мы провели мониторинг по наличию компьютеров и доступа к интернету. И вся необходимая работа организациями ТИПО проведена. Те иногородние студенты, которые не имеют компьютеров, интернет, мы обеспечим их местами в общежитиях, и там же мы передаем на временное хранение им компьютерную технику. То есть все меры, которые мы должны были выполнить по обеспечению техникой, связью и всеми санитарными нормами, также нами были соблюдены в организациях технического и профессионального образования. Рахмет. Шолпан Маратовна, благодарю вас. Мы переходим теперь к сессии «Вопросы-ответы». Наши коллеги-журналисты отправили ряд вопросов на тему пресс-конференции. Хочу попросить вас, уважаемые спикеры, отвечать на вопросы более детально и по существу вопроса, так как длительность пресс-конференции у нас не более 60 минут. Ал енді құрметті журналист әріптестерге айтарымыз, спикерлерге арналған сұрақтарыңызды қысқа, нұсқа, жүйелі түрде және екі сұрақтан асырмауларыңызды өтінеміз. Алдынала рахмет айтамын. Уважаемые спикеры, если вы готовы, то начнем. Первый вопрос я адресую, Шолпан Маратовна, вам. Отметьте, пожалуйста, какие возможности предоставляют отечественные образовательные платформы. Очень интересный вопрос. Он волнует как педагогов, так и родителей. На сегодняшний день есть достаточно много образовательных платформ на рынке. Я буду касаться организации образования города Нур-Султан. Сегодня наши школы заключили договора с платформой Bilimland, Daryn Online. Скорее всего, это вызвано тем, что школы традиционно работают с этими платформами. Кроме того, для нас очень важно, насколько платформы будут эффективно и качественно работать. И мы учитываем, что и Daryn Online, и Bilimland имеют сервера в городе Нур-Султан. Кроме того, Bilimland, оно давнишний игрок на этом рынке, имеет очень много образовательных ресурсов, анимаций, роликов, виртуальных лабораторий и так далее на 3 языках. Я как бывший учитель сама пользовалась этими ресурсами. Кроме того, Daryn Online также предоставляет очень хорошие ресурсы для того, чтобы наши ученики могли качественно подготовиться непосредственно к учебному процессу. И есть хорошие ресурсы для того, чтобы готовиться для поступления в высшие учебные заведения, чем наши выпускники, именно ученики старших классов, пользовались именно казахских школ, достаточно хорошо пользовались во время подготовки к единому национальному тестированию. Ну и хотелось бы отметить, все отечественные образовательные платформы на сегодняшний день, их, если я не ошибаюсь, около 8, они все платные для учеников или учителей, или бесплатные? В самом начале перехода в дистанционное обучение, в 4-й четверти, все образовательные платформы страны предоставили нам бесплатный доступ ко всем этим ресурсам, чтобы и педагоги, и родители, и дети пользовались. Ну и начиная с 1 сентября на основе заключенных договоров мы уже работаем как партнеры. И я уже выше приводила пример, как в городе Нур-Султан, организация образования будут продолжать эту работу. Поэтому сейчас это уже договор о предоставлении услуг. И с этими компаниями мы работаем на платной основе. По данному вопросу Владимир Николаевич хочет добавить. Прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Владимир Николаевич. Я представляю платформу «Диадем». Почему я хочу добавить? Потому что так исторически сложилось, что к текущему моменту, пока наша платформа не представлена в городе Астана, хотя очень заинтересовалась департамент образования, мы показываем и так далее. Просто возможности нашей платформы, как раз вопрос-то и стоял о возможностях платформ. И я хотел бы немножечко здесь просто добавить то, что наша платформа обладает дополнительными возможностями по сравнению с тем, что вы имеете. То есть те системы, которые вы перечислили, они известные, хорошие такие традиционные системы, но они больше настроены на традиционное образование. Значит, мы же создали, платформу, которая призвана компенсировать самый тяжелый момент, который сейчас есть, это именно проведение самого урока. Потому что подавляющее большинство детей, подавляющее большинство родителей, да и педагогов, они привыкли к традиционной форме обучения. Именно сохранение этой духа традиционного урока в онлайн-интерактивном уроке мы и постарались максимально сохранить и максимально обеспечить преподавателям и ученикам. То есть я хочу добавить, что среди этих возможностей, соответственно, наша платформа органично дополняет существующие и позволяет именно провести обучение с теми детьми, которые, может быть, даже не то, что сознательные. А знаете, у нас же много детей, которые как в школу ходят просто ходить. Ну так вот, в этом случае мы позволяем между детьми и учителями сохранить максимальный интерактивный контакт. Спасибо огромное. Күлтегін Аспанұлы, Қазақ Таймс редакциясының журналисті, келесі сұрақты жолдапты. Алдағы уақытта Daryn Online сияқты неше компания қанша контингентті, яғни оқушы санын қамтымақ. Бұл ресурстарды дайындауға, халыққа ұсынуға бюджеттен қаржы қарастырылған ба, немесе тендер жүргізілеме дейді. Менің ойымша, бұл сұраққа Daryn Online порталының негізін қалаушылардың бірі Ержан Ұзақбайұлы жауап беру керек сияқты. Қайырлы күн әріптестер, өте орынды сұрақ. Daryn Online білім беру платформасына бүгінгі таңда 2 700 000 қолданушы тіркелген. Бір жыл жұмыстың көлемінде осы жылы 1 қыркүйектен бастап бүкіл республика бойынша 1491 мектеппен келісімшарт жасалып, қолданушы мектеп оқушылары қолданып деп күтіп отырмыз. Жақсы. Келесі сұрақ. Білім және ғылым министрлігіне қарасты білім басқармалары оқу ошақтарына қандайда бір онлайн ресурсты ұсынуға құқығы бар ма дейді. Ресми ведомствоның рұқсатын алу үшін education компанияларға қандай талап, критерийлер қойылады? Әлде кез келген кәсіпкер оқу платформасын ұсына ала ма? Паралап жобасын өткізген не ел ішіндегі тамаша стартап ресурстардың тынысын тарылтпасы үшін қандай тетіктер ойластырылған? Шолпан Марат қызы. Бұл енді сұрақ жалпы біздің министрлікке жолданған сұрақ болар. Егерде осындай бір жақсы стартап табылса, қосымша тағы да платформалар ашылса, неге қолданбасқа? Әрине, олардың өздерінің талаптары болады. Бұған енді құзырлы органдар қарастырып, содан кейін бізге ұсынатын болса, біздер қарауға арқашында дайынбыз. Қосып кетсем бола ма осы жерде? Жақсы. Негізі мен айтқым келгені, кез келген білім саласындағы стартап өзінің жобасымен келуге болады. Мысалы, біз де өзіміз солай жасадық. Daryn Online платформасы бұл 100% жеке компания, жауапкерлік шектеулік серіктестігі. Біз өзіміздің өнімімізді ұсындық. Барлық тексеруден өткіздік. Шолпан Марат қызы Нұрсұлтан қаласында барлық мектептерге кіріп жұмыс жасауға мысалы рұқсатын берді. Сондықтан да кез келген стартап, білім саласындағы стартап компанияларға жол ашық, тек қана сапасы жоғары деңгейде болса болды. Күлтегін Мырзаның сұрағына қатысты жауапты толықтыруға Білім Медиа Групп компаниясының директоры Кенжиханұлы Санжарды. Көп-көп рахмет. Бірінші жаңағы ақша төлеу бойынша қосып кетерім бар еді, осының алдындағы сұрақ бойынша. Бұның шығынын, мұғалімдердің және оқушыларға төленетін ақшасын негізінен сараптаманың негізінде министрліктің оқулық деген орталығы бар. Арнайы барлық сабақтарды мектептерге ұсынатынды тексереді. Соның негізінде кіретін оқулықтар, кіретін қосымша беретін материалдар, соның ішінде цифрлық материалдардың барлығы сараптамадан өтіп, сосын барып басқармаларға ұсынылады. Соның негізінде шарттар жасалады. Бұл кәдімгі бұйрықтың негізінде жасалады. Екінші мәселе, тегін емес дегенде, біз 4-90-да мейлінше тегін ұсынуға тырыстық. Себебі барлық әлем осындай форматта жұмыс істеді. Бірақ әрине қазір, мысалы, біздің ұжым 5700 сабақты тек қана 1-90 бойынша әзірлеу үшін, ішіндегі технология серверлерін қамтамасыз ету үшін, әрине бұның барлығы қаражат талап етеді. Сондықтан бүкіл республикадағы басқармалар, облыстық, қалалық, аудан бөлімдері, олардың барлығы салыстырды платформаларды. Ішінде не бар, қандай мүмкіндіктер бар, сапа жағын қарастырды. Мысалы, біздің ұжым 10 жыл бойы осы цифрлық білім беру саласында жұмыс істеп келе жатыр. Сондықтан осыған қарай ата-аналар немесе оқушылар өз қалтасынан ешқандай ақша төлемейді. Бұны салыстыру сараптаманың негізінде басқармалар, аудандар қамтамасыз етеді. Осыны қосқым келген. Өте маңызды толықтыр деп ойлаймын. Журналист Best News KZ Жанар Сердалина спрашивает, какие меры предприняты для создания более комфортных условий работы на образовательных платформах? Назовите эти платформы. Жеке-жекелеп айтыласыздар ма? Сұраққа жауапты. Саламатсыздар ма? Күнделік бизнестің ұжымы айтайын деп еді. Жалпы біздің ұжым мемлекеттік жекеменшік серіктестік ретінде жұмыс істейді. Бұл күнделіктің жобасы толықтай мемлекетке, мектептерге, мұғалімдерге толықтай ақысыз. Бірде-бір тиын мемлекеттің қаражатына жұмсалмайды. Жалпы біздің жоба туралы айтатын ыңғайлаттық. Бірінші 90-ғы функционалдық жағынан, дизайн жағынан, екінші жағынан күнделіктің ішінде 2000-нан астам конспекттер дайын бар. Білім басқармасы, Алматы қаласының білім басқармасымен бірге істелінген. Және де Daryn Online компаниясымен бірге біз бірлесіп интеграция жасадық. Одан да басқа толықтай баланың үлгерімі жағынан, формативтік бағалау туралы толықтай бәрі есептер ыңғайлаты жағынан дайын болып тұр. Мемлекеттің жағынан 25%-ға серверлардың қуатын күшейтті. Екі тәуелсіз интернет провайдерінің каналдары жеткілікті. Егер бір интернет провайдерінің жылдамдығы жеткіліксіз болса, екінші автоматты түрде көтеріліп, қолданушыларға қызмет атқарады. Жанар Сердалина, следующий вопрос переадресовала Шолпан Маратовна лично вам. Спрашивает, лично вы тестировали работу хоть одной IT-платформы? Почему за время карантина и летних каникул управление образования не финансировало создание реально современной и удобной единой образовательной платформы для учащихся столицы? Спасибо, Жанар, за вопрос. Могу вам сказать, что я тестировала платформу Daryn Online. Мне, как руководителю образования, управление образованием предоставил свой собственный логин и пароль. Я могу видеть постоянно, сколько у наших учеников пользуется всеми ресурсами, как учителя их применяют, каковы итоги, да, проведенных занятий и так далее. Поэтому с начала учебного года я буду иметь конкретный доступ, допустим, в каждый класс, в каждую школу и лично мониторить весь ход дистанционного обучения. Кроме того, как учитель в прошлом, буквально в январе месяце, я также пользовалась образовательными ресурсами платформы Bilimland, где можно найти огромное количество цифровых ресурсов, которые учитель может применять, исходя из цели обучения, исходя из темы урока. Поэтому для меня эти платформы очень знакомы. Что касается финансирования, создания реально современной и удобной платформы, я могу сказать, что было достаточно мало времени. Платформы за такое время не создаются. И когда на рынке услуг цифровых имеются такие платформы, которые уже наработали достаточное количество ресурсов, я думаю, что мы должны заниматься обеспечением доступа к этим ресурсам и учить правильно ими пользоваться. Кроме этого, в целях распространения и трансляции опыта школ, педагогов школ города Нур-Султан мы создаем сейчас, она начинает функционировать, как я уже ранее сказала, образовательную платформу столичной электронной школы. Вот такой ответ. Стоит отметить, что все образовательные отечественные платформы, они бесплатны как для детей, так и для учеников, также для учителей. Ну да, когда идет просмотр, конечно, все платформы взяли в себя обязательство, что доступ будет бесплатным. Жақсар Ахмед, Айгузель Кадир, «Спутник Казахстан». Смогут ли выдержать образовательные порталы Казахстана, в частности, Күнделік, Daryn Online, нагрузку в первой четверти нового учебного года? Какой наплыв пользователей ожидается? Спасибо за вопрос. Мы подготовили полностью техническую эксплуатацию. Мы ожидаем нагрузку эквивалентную, как было в первой неделе четвертой четверти. Такая нагрузка ожидается не в первые две недели, а, скорее всего, с третьей недели. Провели совместную работу с Министерством образования и цифровых МЦРИАПом по касательно увеличения серверных мощностей и каналов связи. Можем сказать, что с 25 августа мы стопроцентно готовы к началу учебного года. Спасибо. Следующий вопрос. Сообщалось, что сотовые операторы Казахстана для дистанционного обучения разработают специальный тариф. Разработан ли данный тариф? Если нет, то почему? Сразу хочу отметить, что данный вопрос мы обязательно перенаправим сразу в профильное министерство, так как 2 дня назад на нашей площадке как раз-таки проводила пресс-конференция Министерства цифрового развития. Но, уважаемые спикеры, если вам есть что добавить по этому вопросу? Я могу подтвердить, что такой тариф существует. Действительно, ведущие сотовые операторы разработали тариф Bilimland стоимостью 990 тенге, и он будет доступен с начала учебного года. Мы активно принимали участие в проработке этого вопроса. С данного тарифа мегабайты не будут тратиться на ресурс Kundelik.kz. Владимир Николаевич. Я хотел бы добавить, немножко расширить вопрос. Дело в том, что не знаю, будет ли еще вопрос по каналам связи, но вот так как для нашей системы предоставление качественных каналов связи и наличие этих каналов связи является критичным, то, соответственно, я и хотел бы здесь именно вот к этому вопросу и присоединиться. То есть если у участников учебного процесса, у преподавателей, у учеников будут достаточно качественный интернет, это, конечно, обеспечит не просто работу с документами, а и возможность проведения того онлайн-урока, о котором я, собственно, ранее говорил. Но в то же время мы предприняли чрезвычайно большие усилия для того, чтобы наша система работала в том числе и на плохих каналах связи. Мы, например, тестировали для сельских каналов, для тяжелых. Вот, хочу отметить, что мы действительно большую работу провели и предоставляем большие возможности для того, чтобы даже в случае отсутствия у ребенка качественных каналов связи он все равно мог участвовать в онлайн-уроках и все равно мог принимать в них полноценное участие. Хочу вот этот вопрос отметить и в то же время действительно попросить и провайдеров, и тот вопрос, который у вас, чтобы как можно шире подключили детей, потому что только тогда они смогут чувствовать себя в учебном процессе полнофункционально. Благодарю. Айқын газетінің журналисты Халима Бухарғазы. Отандық білім беру платформалары қандай негізге сүйеніп таңдап алынады? Мысалы, бір көзден келісім жасалама, әлде сатып алу конкурсына қатысама? Шолпан Марат қызы. Рахмет, бұл сұрақтың бір бөлігіне мен жауапын берген болатын, қандай негізде ол таңдалады деп, бұл енді Bilimland, Daryn Online тек қана биыл шыққан платформалар емес, бұрыннан да жұмыс жасап жатыр біздің Қазақстан Республикасының білім беру мекемелерінде. Енді әр мектептің өзінің таңдауы бар, өздері талаптарына сай, өздерінің жаңағы ақылдасып, ұстаздарын кеңесіне салып, осы платформаларды таңдап отыр. 4-тоқсанда бұл платформалардың жұмысы бізге жасаған қызметтері тегін болды. 1 қыркүйектен бастап енді ақылы түрде жүргізіледі. Әрбір мектеп өз тарапынан келісімшартқа отырады. Және мысалы, әрбір мектептің өзінің бюджеті белгіленген, сол бюджеттен өздерінің жаңағы келісімшарттарын қарастырып қойылды. Соның үшін Нұрсұлтан қаласына тағдайып кетейін, Bilimland және Daryn Online платформалары. Екінші сұрағы, оқу платформаларының қызметіне алдағы оқу жылына бюджеттен қанша қаржы қарастырылды? Көктемде карантин кезінде қызметін ұсынған платформалардың ақысы төленді ме, әлде платформалар қызметін тегін ұсынды ма дейді. Бұл сұраққа да сіз жауап берген болатыз, негізден толықтырып кетсеңіз де болады. Жоқ, жаңа енді толық жауап берілді. Егерде Айқын газетіне нақты әрбір мектептен бұл қандай қаржы бөлінді деген сұраққа келетін болсақ, біз қосымша бұл журналистқа мәлімет береміз. Рахмет. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, біздің әріптестеріміз бізбен тікелей байланысқа шығып жатыр. Қазір Фариза Қалимурзина, Қазақстан ұлттық арнасының тілшісі, өзінің сұрағын қоюға даяр. Фариза, қайырлы күн, сіз байланыстасыз. Сәлеметсіздер ме? Естіліп тұр ғой. Иә, сізді жақсы естіп тұрмыз. Білім беру платформалары бойынша, мысалы, күнделікке қатысты, бұны таныстырып айтқанда бәрі жақсы жұмыс істеді, бірақ оқу жылы барысында оған қатысты проблемалар өте көп болды. Сол бойынша жаңағы сіз айтып отырған Bilimland, Daryn платформалары қаншалықты пайызбен атап өтесіз бе білмеймін, қаншалықты расымен де дайын. Ата-аналарда, оқушыларда қаншалықты ертең мәселелер туындамайды. Мысалы, Астананың өзінде кейбір жерлерде интернет расымен де жұмыс істемейді. Рахмет. Мен бастап кетейін, Астана қаласындағы интернет бойынша. Енді журналистіміздің сұрағы енді өзекті болып тұр. Мен жоғарыда айтып кеткендей, біз қажеттілікті белгіледік. Қазіргі таңда 22.600 роутер біздер өзіміздің оқушыларымызбен ұстаздарымызға таратып жатырмыз. Енді 2 жерде бұл Family Village және Илинка мөлтек аудандарына қазір үлкен мачты қойылып жатыр. Сөйтіп, біздер интернет байланысты одан да күшейтеміз. жаңағы журналистің сұрағының аяғында қойылған бір моментке тоқталып кетіп жатқан ғой. Енді әріптестеріміз өздерінің платформалары бойынша. Иә, Мұхтар Мақсұтұлының қосары бар сияқты. Журналист ханымның сұрағына жауап берейін деп едім. Қаншама жақсы платформа жасасаңыз да, егер тұратын жерде интернеттің жылдамдығы баяу болса, ешқандай сапалы қызмет атқарылмайды. Сондықтан көбінесе қолданушыларының қиыншылығы болған кезде ол интернеттің сапасы. Жақсы жерде интернеттің сапасы жоғары кезде барлық платформалар жоғары сапамен жұмыс істей алады деп айта аламыз. Рахмет. Ержан Ұзақбайұлы. Осы сұраққа да бір қоса кеткім келіп отыр. Ертең 1 қыркүйекте сабақ басталған кезде ондай мәселелер ол Daryn Online платформасында да болады, ол Bilimland платформасында да болады, ол Күнделік кезет платформасында да болады. Пока жұмыс өзінің бір орнына түспейінше ондай мәселелер болады. Атап айтқанда 4-90-да, мысалы біз өзіміз ата-аналармен тікелей жұмыс жасағандықтан, оқушылармен, ата-аналармен, мұғалімдермен өте көп мәселелерге тап болдық. Атап айтқанда, енді біз үшін бұл элементарны болуы мүмкін. Мысалы, электронды поштаны мысалы ашудың өзіне көп ата-аналар, оқушылар қиналады. Сол сияқты бұл журналист ханымның сұрағы қойып атқан, ол мен ойлауымша бұл ата-аналармен, оқушылармен тікелей жұмыс жасамағандықтан, оны өзінің бір осындай нюанстарын білмейді. Бұндай нюанстар біздің жұмыста бар, ол біз халықпен жұмыс жасағаннан кейін ондай всегда болады. Сондықтан оған түсіністікпен қарасу керек. Және де біз өз тарапымыздан, мен және әріптестерім барлығы өзіміздің қолымыздан келген мүмкіндіктің барлығын қолданып, сапалы жылдам қызмет көрсетуге тырысамыз. Жақсы, рахмет. Фариза ханым, келесі сұрағыңызды қойсаңыз. Фариза ханым. Байланыс жақсы. Келесі сұрақ Информ бюро КЗ журналисті Диана Құлмағамбетова. Бізбен бірге тікелей байланыста. Сұрағыңызды қоюға даярсыз ба? Добрый день. Слышно, да? Да, Диана, мы вас слышим. Мне хотелось спросить. Фариза еще задает вопрос. Фариза ханым, өзіңіздің микрофоныңызды өшірсеңіз. Рахмет. Диана ханым, можете задавать свои вопросы. Мне хотелось бы уточнить по поводу онлайн-обучения. Очень много говорят о обучении в дежурных группах, но хотелось бы уточнить про онлайн. Все-таки в одном классе сколько детей должно быть? Например, сейчас столичные учителя говорят о том, что у них учителей для дежурных групп одних ставят, а учителя на онлайн-обучение другого. То есть, получается, на одного учителя с того класса, с этого класса собирают детей сейчас и отдают одному учителю. То есть мы знаем, что в начальном классе маленькие дети и 40 с чем-то детей. Один учитель, вы считаете реально, что один учитель справится по обучению в онлайн-режиме? Спасибо за вопрос, Диана. Вопрос, конечно, очень сложный. Он волнует всех и, поверьте, нас тоже, и родителей. Но сложившаяся ситуация с пандемией заставила нас выбирать такие формы обучения, которые могли бы поддержать и наших учеников младших классов. Да, согласно методических рекомендациях, дежурные классы будут работать в таком формате не более 15 учеников. Конечно, для учеников начальных классов очень важен, когда с ним работает учитель, к которому они привыкли и так далее. Но это все временное явление. Сегодня мы формируем дежурные классы, исходя из заявлений родителей. Школа сама формирует тот состав педагогов, который будет работать в формате дежурного класса, и тех учителей, которые будут работать в дистанционном режиме. Есть ограничения по поводу работы в формате офлайн, исходя из возрастных особенностей, исходя из заболеваний, которые имеются у педагогов, и, конечно же, исходя из желание учителя работать офлайн или онлайн режиме. Поэтому каждый случай он индивидуально рассматривается администрацией школы и учитываются как интересы родителей, так и интересы школы. Можно у вас уточнить? Получается, что каких-то ограничений нет, да, что один учитель онлайн должен обучать там не более 20 детей. И еще одно уточнение, если получается вот детей так распределяет, то кто в итоге будет отвечать за успеваемость детей? То есть его классный руководитель, который занимается с дежурными группами, но ребенок, получается, по факту, он обучается онлайн у другого учителя. Кто будет оценки ставить и вообще за успеваемость отвечать перед родителями? Традиционно за успеваемость отвечает тот педагог, который непосредственно проводит обучение в этом классе с этим учеником. Поэтому здесь вопросов быть не может. Что касается онлайн-обучения, то наши сейчас платформы позволяют обучать и 20, и 30 учеников одновременно. Это не дежурный класс. Поэтому вопрос, мне кажется, уже достаточно такой, скажем так, вчерашнего дня. Наши педагоги достаточно сейчас обладали, и очень надеюсь на это, технологиями, прошли несколько обучающих курсов, поэтому путать одно с другим нам не нужно. В онлайн-формате с использованием той же платформы Microsoft Teams учитель может в стрим-режиме выходить и на 30, и на 35, и на 40 наших детишек. Что касается классов, то, естественно, учитель, который проводит в дежурных классах, он оценивает. Я призываю не умалять профессиональное мастерство того или иного педагога и доверять администрации школы, которая идет навстречу обращениям, заявлениям родителей для того, чтобы открывать дежурные классы. Конечно, это тоже сложно, но я думаю, что мы наладим режим работы дежурных классов и как бы успокоим наших родителей, уже вот показав достаточно хорошее качество уроков. Шолпан Маратовна, благодарю вас за ответ. Уважаемые коллеги, я прошу задавать вопросы по теме сегодняшней пресс-конференции. Это возможности отечественных образовательных платформ. Диана Ханым, у вас есть еще вопросы? Я хотела бы еще вот уточнить по длительности урока онлайн. Есть ли какие-то ограничения? В дежурных группах это должно быть 40 минут, а онлайн там 20-30. Есть ли какие-то такие ограничения? Уточнить хотелось бы. И еще последний вопрос о средствах индивидуальной защиты учителей и учеников. Должна обеспечивать школа, либо же каждый должен сам себя обеспечить масками? Диана, я отвечу на ваш вопрос. Как вы правильно поняли, длительное занятие в штатном режиме в школах длится 40 минут, а в онлайн-режиме от 15 до 30 минут, потому что детям очень сложно проводить все уроки непосредственно в таком онлайн-режиме, и поэтому в методических рекомендациях определена именно вот такая продолжительность урока. Что касается средств индивидуальной защиты, дети, те, которые будут обучаться в дежурных классах, они будут приходить в своих масках. Организация образования обеспечивает педагогов средствами защиты за счет бюджета. Жахсар Ахмед. Следующий вопрос. Вечерняя Астана, Екатерина Тыщенко. В общеобразовательных школах начали вводить программу «Дарyn», но она полностью платная, чтобы ее активировать. Не считаете ли вы, что цена на предметы завышена? Можно я скажу, да? А потом коллеги добавят. Я думаю, что немножечко неправильная, искаженная информация дошла до нашего корреспондента. Это, во-первых, не программа Daryn, это платформа Daryn Online. Наши 40 школ выбрали эти платформы. Могу вас заверить, что 30 августа Daryn Online будет доступен и родителям, и педагогам, и ученикам. Логины и пароли имеются и у детей, и у педагогов. Поэтому неправильно предоставлена информация. И я думаю, что я вот разъясняю вместе с нашими коллегами с этой платформы. Наверное, это вот развеять ваши сомнения. И она не является платной, она будет бесплатной для учеников. Да, Ержан Азапаевич, да. По всей видимости, журналист, который задает этот вопрос, заходила на наш сайт daryn.online и увидела, там все предметы стоят там, на один месяц 2000 тенге. Это цена для частного пользователя. Например, любой желающий может просто купить, и любой желающий, какой предмет он захочет, эти предметы купить и учить самостоятельно. Те школы, которые, например, с нами заключили договор, это по городу Нур-Султан 40 школ, по всей республике 1491 школа. Для них уже открыт бесплатный доступ. Эти 40 школ по городу Нур-Султан, например, сегодня для них уже открыли бесплатный доступ. Их ученики, учителя, родители, они могут полностью, абсолютно бесплатно обучаться по школьной программе на платформе Daryn Online. Спасибо. Санжар Мурза, вам есть что добавить, да, по вопросу? Да, здесь, значит, очень, мне кажется, уместный вопрос в том смысле, что опять же, в четвертой четверти было бесплатно в связи с резким приходом пандемии и переходом на дистанционку, но сейчас уже по инициативе Министерства образования с также поддержкой и управления образования покупать родителям, детям отдельные индивидуальные аккаунты, тратить на это личные деньги нет никакой необходимости. Это уже обеспечивает непосредственно государство. Платформы выбраны на основании соответствующих экспертизы, сравнений, педагоги сами выбирали, сравнивали. Поэтому в этой связи дополнительных оплат никаких с кармана родителя не требуется. Благодарю. Журналист Елорда.Инфо Алтынай Досмадиярова. В школах столицы обязали проводить пробные онлайн-уроки по 40 минут, 4-5 уроков в день. Озвучьте, пожалуйста, результаты пробных онлайн-уроков, для чего они проводились, сколько будут длиться онлайн-уроки, когда начнется учебный процесс и какое количество уроков будет проводиться в день. Мне кажется, аналогичный вопрос задала Диана Кулмагомбетова до этого. Да, вы, в принципе, ответили на этот вопрос. Тогда следующий. Педагогам разрешили использовать для работы любую из платформ. Каждый учитель-предметник будет использовать удобную ему платформу. В таком случае не будут ли ученикам тяжело перебегать из одной платформы в другую? Почему работа через платформу Microsoft Teams приостановилась и почему создается такое количество платформ, которые в итоге не работают? Ну, вопрос, наверное, ко мне. Поясню для начала. Могу сказать, что да, нам разрешили работать, выбирать удобную для себя платформы, но сегодня в городе Нур-Султан школы выбрали себе две основные платформы, по которым они будут работать. Это тот же Bilimland, это Daryn Online. Кроме этого, как Алтынай отметила, мы также отработали с командой Microsoft. Да, будут использоваться возможности для того, чтобы выходить вот в онлайн-режим. И, в принципе, педагоги школ города Нур-Султан имеют уже навыки работы на этой платформе. Поэтому перебегать с одной платформы на другую, конечно, не будут. Опять я хочу сказать, что образовательные платформы, они используются для того, чтобы применять в какой-то части урока, для того, чтобы достичь цели обучения. Например, если это учитель истории и, допустим, учитель там, средних веков, ему нужно совершить какой-нибудь виртуальный тур в тот или иной музей или рассказать о каком-то событии, он может через ту же платформу Bilimland или Daryn Online посетить эти музеи и рассказать о том, что происходит. То же самое, если в формате вот такого обучения нам нужно будет провести какой-то опыт, то у нас есть замечательные виртуальные лаборатории. Для этого мы будем во время урока заходить на эти платформы и показывать детям, как же происходят те или иные там, химические реакции или какие-то эксперименты по физике. Поэтому хотела бы вот так пояснить Алтынай работу наших платформ. Microsoft Teams работу свою не приостанавливает, оно широко используется. Могу увидеть не только во всем мире, но и в нашей стране, в нашем городе точно.